В материалах БукТВ о деятельности торгово-промышленной палаты мы рассказывали не раз. Здесь регулярно проходят деловые совещания, контактно-кооперационные биржи, встречи с представителями иностранных предприятий и дипломатами, а также другие мероприятия, направленные на решение важных задач, таких как содействие развитию предпринимательской деятельности, реализации экспортного потенциала страны, а также интегрированию экономики Беларуси в мировую хозяйственную систему. Торгово-промышленные палаты в мире существуют в каждой стране. Сама торгово-промышленная палата с этими торговыми промышленными палатами за рубежом имеет тесную плотную связь для развития нашего экспорта, для развития услуг. Тем самым этот союз может позволить найти в любой стране потенциального клиента для нашей продукции, для наших услуг. Дело свое здесь знают и успешно занимаются продвижением белорусских товаров и услуг. Подтверждение интереса со стороны отечественных предприятий и предпринимателей. С каждым годом список членов палаты расширяется. В целом по Республике Беларусь у нас более 2000 членов палаты. Что касается территориального, то есть Брестской области, на сегодняшний день 218 членов палаты. В эти 218 членов палаты входят крупнейшие предприятия города Бреста, Баранович, Пинск, ну, в общем-то, всей области, раз в квартал. Ну, принимаем мы новых членов палаты, принимается все президиумом Белорусской торгово-промышленной палаты, и порядком, ну вот, последний президиум, который у нас состоялся в мае месяце, мы приняли порядка 20 новых членов палаты. Недавно присоединилась к объединению предприятие «Белтранснет». Занимается компания образовательной деятельностью, обучает финансовой грамотности, в том числе с помощью бизнес-тренажера «Гений финансов», а также продвижением инновационных проектов. В числе последних – транспорт будущего «Skyway». Членство в палате – очередная ступень развития. Наше сотрудничество с торгово-промышленной палатой началось в этом году в Бресте с 3-го международного бизнес-форума «Брест», деловых контактов «Брест-2018». На выставке форуме было все хорошо продумано, организовано Белорусской торгово-промышленной палатой. Для чего нам это нужно? Ну, чтобы сотрудничать. Потому что торгово-промышленная палата, она, конечно, организует правильные мероприятия, и чтобы правильно рекламировать деятельность компании. И я хочу сказать, что Брестской торгово-промышленной палате это удается все на самом высоком уровне. Стать членом палаты несложно. Три шага – знакомство, оформление документов и оплата взноса. К слову, совсем небольшого, а польза очевидна. Услуги организация оказывает и сторонним предприятиям, в их числе Брестское пиво. Экспортоориентированная компания. Значительная часть произведенной продукции уезжает за рубеж. В Россию, Украину, Молдову, Казахстан и страны Прибалтики. Но работа по поиску рынков сбыта продолжается. Нам очень важно работать с торгово-промышленной палатой по налаживанию деловых отношений и развитию экспорта. Последние годы порядка 30% от произведенной продукции реализуется на экспорт. Торгово-промышленная палата регулярно нам организует встречи, приглашает нас на встречи за рубежом с деловыми кругами. Опять же, это направления перспективные: Африка, Азия, Европа. Значит, и организуют встречи с деловыми партнерами здесь у нас, и на территории Бреста, и в Минске. Это довольно-таки удобно для налаживания деловых отношений. Помимо этого, с торгово-промышленной палатой она нам оказывает услуги по оформлению сертификатов происхождения товара и услуги перевода. И такие положительные отзывы о сотрудничестве может оставить любое предприятие из списка клиентов. Но почивать на лаврах здесь не спешат. Впереди новые мероприятия, многочисленные делегации и деловые визиты за рубеж. Экономика не терпит остановок. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Антон Луговкин. Телекомпания БукТВ.